Но ты куда, куда, куда? Я еще не готова гулять. Ну посмотри ты на меня. Почему она такая маленькая, а какашки у нее такие огромные? Какой милый! Я в обмороке валяюсь. Все на родительское собрание. Вам уже пора домой, собирайте чемоданы. Идзи тоже хотят домой. Няни для щенят. Я уже хочу увидеть маленьких. Они должны быть крохотные. Я не думаю, что там прям щенки. Но одеялки здесь совсем детские. Они бы не дали такие большие собаки. О, эта камера двигается. Ну да, она движется туда-сюда. Эти камеры что, сами двигаются? Эй, посмотри на меня. А теперь посмотри туда. Эта камера что, тебя понимает? Туда посмотрите. А, она не автоматическая. Так нас кто-то слышит? Раньше они нас слушали. Посмотрите, пожалуйста, наверх. Мне так хочется увидеть собачек. Я раньше ухаживала за ними. У меня опыт только с Хонсамом и Инсамом. Но ведь Хонсам и Инсам средние собаки. Разве они не маленькие? Да нет, не такие уж они и маленькие. Ну да, они средние. А у меня, получается, маленькие собачки? Не знаю, я бы назвала их средними. У-у-у, собачки пришли. Они что, сами к нам пришли? Они должны быть такие милые. Совсем маленькие еще. Привет. Привет. Малыши. О боже, какие они маленькие. Собачки, вы привязаны, извините за это. Заходите. Маленький совсем трясется. Подождите, я развяжу. О, привет. Привет. Пойдемте внутрь. Пойдемте. Этот маленький поиграть любит. Привет, привет, привет. Малыш, иди внутрь, а то тебе будет холодно. Он на Мишку похож. Он правда так похож на Мишку. Эй, дружок. Он похож на собаку, которая была у меня в детстве. Мне тогда было всего 5 лет. Наша собака была чуть больше, чем эта. Поэтому в детстве я хотела жить в собачьей будке и ела собачий корм. Так не нужно делать. Привет, привет. Щеночек, привет, привет. Хватит его тискать. Тебя освободить? Да, думаю, с них надо снять ремни. Подожди, я буду аккуратной. Так-то лучше. О, я тебе понравилась, да? Открой ее сумку. О, тут сумка. Прости, я посмотрю, что у тебя в сумочке. Ой, как это мило. У него тут блокнотик. Эй, медведь. Он большая собака. Мак? О, мне нравится это имя. Оно правда ему подходит. Мы точно знаем, что он мальчик, а возраст неизвестен. Да, мы не знаем, сколько ему лет. Он весит около 19 килограмм. И он очень милый и добрый. Он точно нравится людям. Еще он очень умненький. Он ведет себя так мило, просто посмотрите на него. Он очень хорошо слушается, но совсем не умеет играть. Пожалуйста, попробуйте с ним поиграть в разные игры. Он совсем нетерпеливый перед едой. Пожалуйста, развейте у него терпение. Соблюдайте меры предосторожности. Так, это маленькая собачка Энджи. Привет, Энджи. Она весит 3 килограмма. Ей очень нравится, когда ее гладят. Она нежная и любящая. Ей нравятся красивые вещи, когда ее обнимают. Она пугается незнакомых мест и шума. Пожалуйста, развейте в ней уверенность. За ней нужно присматривать во время прогулки. Нужно научить ее откликаться на ее имя на прогулке. Пожалуйста, часто фотографируйте Мага и Энджи на прогулке. Пофоткать их. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к незнакомой обстановке. Ты так сразу их фотографируешь? Эй, Маг! Они так мило одеты. Эй, Маг! Пожалуйста, посмотри на меня. Кажется, он хочет выйти на улицу. Должно быть, он очень любит гулять. Ему нравится бегать. Мак, пожалуйста, не ходи на улицу. Мы должны осторожно с ним гулять, а то он убежит. Мак. Ой, ты куда, куда, куда? Боже, Еджи. Мак, подожди. Мак. Твой дом здесь. Не убегай. Зачем ты ведешь меня куда-то в такую рань?
что нам нужно сделать с этими собачками. Да, что мы должны с ними сделать? Мы должны с ними погулять. Еще напиши, что нам нужно дать им уроки этикета. Еще должны развить у них терпение. Мы должны их вкусно накормить. И спать уложить. Быстрее, быстрее, бежим в теплый дом. О, Мак вернулся. Уроки этикета для малышки. Мы должны есть при них что-нибудь вкусненькое и показывать, как правильно. Рюджин, подожди немного. Но я хочу их научить. Энджи, иди сюда. Нет, нет, не ты, подожди. Нет, 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 не трогай. Ты смотри за ним, а то он схватит и убежит. Я не думаю, что он так поступит. Думаю, Мак гораздо сильнее нас. Энджи, эй, Энджи. Маку, похоже, вообще не интересно. Ему интересно просто бродить по дому. А мы сейчас поедим клубничку. Важно у этой малышки развить хорошие манеры. Она хочет сидеть за столом. Спасибо. Энджи на самом деле хорошо себя ведет. Мои собаки всегда лают на еду. Черри и Чеса? Они все время скулят и просят еду. Я все время у них спрашиваю, вы чего скулите? А мама говорит, что они всегда так. Мы несколько раз сказали Маку нет, и он ушел. Ему еда вообще не интересна. Поводок на его шее выглядит очень нелепо. Ну вот, хотя бы Энджи интересно. Она любит клубнику? У нее довольно хорошие манеры. За 5 лет жизни ты стала очень хорошей собачкой. Она меньше интересуется едой, чем моя кошка. Эта собачка такая худенькая. Мои маленькие собачки весят, как маленькие бегемоты. Она на самом деле очень терпеливая. Нет, 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 лапы не надо. Нет, нет, сюда нельзя. Нельзя класть лапы на стол, понятно? Нельзя, говорим. У меня сердце дрожит, когда он так близко ко мне подходит. Энджи выглядит довольной. Она всегда улыбается. Она такая спокойная и забавная. Мак тоже выглядит счастливым. С ума сойти, какой он хорошенький. Милашка. Ты кто? Собака или медведь? Кто ты? Медвепёс, ты счастлив? Думаю, он устал. Пойдемте спать его положим. 4-й этап. Уложить собачек спать. Настало время сна. Я думаю, они согласны. Нам тоже нужно подготовиться ко сну. Я готова. Я тоже. Теперь можно и вздремнуть. Я тоже уже спать готова. Эй, Мак, пойдем гулять. Выйдешь со мной? Я пойду на улицу, а ты пойдешь со мной. Пошли гулять. Сейчас я обувь надену. Ты же готов гулять? Я готова, а ты? Эй, Мак. Так вот, что тебе интересно? Гулять на улице? Бежим. Раз, два. Раз, два. Мак, давай поиграем в мячик. Мак, смотри, кто там такой хорошенький пришел? Смотри, какая красотка. Какая красотка. Энджи, может нам тоже с тобой побегать? Давай побегаем. Хочешь? Побежали. Бежим, 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 бежим. Я сразу знала, что ты идее тебе не понравится. Энджи, пойдем. А что, если я отпущу ему поводок? Он убежит? Хрумкает любимые картофельные чипсы. Пойдем, пойдем гулять. Блин, надо было взять им закуски. Я схожу за ними. А им нельзя дать картофельные чипсы? Конечно нет, они же собаки. Мак, иди сюда, я научу тебя играть с мячом. Кажется, ща Мак удерет. Мак, пожалуйста, посмотри на меня. Что ты там ешь? Что ты ешь? Ты что, голоден? Мак, это же трава. Кажется, Мак хочет домой. Мак, хочешь попробовать мою закуску? Я не думаю, что он понимает человеческие слова. Кажется, он вообще не понимает, что мы говорим. Мак, пойдем, пойдем. Эй, смотри, твои закуски. Мак, побежали. Побежали, побежали. Еджи, он хорошо тебя слушается. Бежим, бежим, бежим. Кажется, он так кайфует от бега. Вперед.
Вперед, вперед! Побежали! Он только и может, что бегать. Но при этом он выглядит очень расслабленно, а ты уже задыхаешься. Мак, беги быстрее. Если ты будешь бежать быстро, я похудею. Он такой милый. Я хочу завести себе собачку. Бежим, бежим. Побежали, бежим, бежим. Помоги мне. Еджи. Он посмотрел на меня умоляющим взглядом. У него в глазах было написано «Помогите мне». Энджи, пойдем. Иди сюда. Энджи, пойдем со мной. Пойдем, пойдем со своей Онни. Энджи, ты меня расстраиваешь. Какая она милая. Ой, у тебя нога застряла. Энджи, ну пойдем погуляем. Она накакала. У кого есть мешок для мусора? Я уберу, иди туда. Она такая маленькая, но ее какашки такие огромные. Ну как тебе? Теперь это твой туалет. Энджи правда очень любит людей. Да как ты так быстро стаскиваешь эти закуски? Кто-нибудь, дайте мне тоже что-нибудь перекусить. Я тоже уже есть хочу. Съешь это. Его еду? Ты наешься. А что насчет меня? Эта собака правда не хочет с нами играть. Мак, посмотри на меня. Он реально на меня просто посмотрел? Видимо, Мак любит побыть один. Почему он продолжает ходить туда? Я уже так устала за ним бегать. Энджи, почему ты не хочешь со мной побегать? Может, тогда ты погуляешь у меня на ручках? Пойдем вон туда. Это любимая дорожка Мака. Теперь пусть Энджи здесь погуляет. Энджи, давай тоже немного погуляем. Спокойненько гуляй рядом со своей Онни. Давай, раз, два, раз, два. Побежали, Энджи, давай, побежали. Бежим, бежим, бежим. Какая умничка. Энджи, принесите кто-нибудь сюда туннель. Хорошо. Ты снова какаешь? Ты же ничего не покакала. Все нормально, у меня Черри и Чеса такие же. Им просто нравится присаживаться, будто они какают. Они так метят территорию. Тебе что, нравится гулять по гальке? Мак, ты что, всегда делаешь только то, что ты хочешь? Ты прям как я. Пойдем, пойдем. К туннелю. Пойдемте к туннелю. Энджи, иди сюда. Энджи, посмотри внутрь. Нет, не надо. Внутрь посмотри. Смотри, смотри. Давай, 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 иди. Давай еще разочек. Нет, 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 прямо через туннель. Ну почему? Она такая умненькая. Энджи. Ты совсем не ангелочек. Энджи, посмотри туда. Давай посмотрим друг на друга. Нет, отдай. Я сдаюсь. Мак? Ну куда он снова пошел? Мак? Да не ходи ты на этот мост. Сюда. Иди сюда. Иди сюда, я хочу тебя сфотографировать. Ты отлично будешь выглядеть на этом фоне. Эй, вы! Вы там втроем присматриваете за крошечной собачкой?
Мы пытаемся ее через туннель научить ходить. Ты можешь оставить Мака. Он сам справится на улице. Эй, красавица, дай мне тоже чипсов. Эти собаки вообще не любят в игры играть. Как тяжело воспитывать детей. Хорошо, что им нравится свобода. Мы не можем их заставить играть с нами. Мак? А ты где? Сейчас посмотрим, есть ли между нами связь. Он 19,5 килограмм. Сюда. Мак, иди сюда. Мак, давай играть. Как насчет фрисби? А, ты же в игры не умеешь играть. Я знаю, что тебе трудно общаться с незнакомыми людьми. Мне тоже. Поэтому сейчас я стараюсь так же сильно, как и ты. Что мы с тобой делаем? А где Мак? Вон он. Не своди с него взгляд. Эти две картинки так отличаются друг от друга. Пойдем. Мак, иди за мной. Еджи, он правда за тобой следует. А я делал вид, что он меня вообще не интересует. Мак, пойдем за мной. Он не идет за тобой. Он идет за тобой только пока ты его зовешь. Видимо, это его любимое место. Я думала, вы с ним поладили. Мак, он... точно интроверт. Думаешь, он интроверт? Ну, его поведение очень похоже на мое. Да, вы правда очень похожи. Я точно так же, как он, всегда в углу прячусь. Он пытается отойти настолько подальше, насколько может. Да, думаю, вы бы подружились. Мак, смотри, что у меня есть. Угадай, чья вкусняшка. Смотри, что у меня есть. О, мы почти у цели. Смотри, смотри. Рюджин, я давно тебя такой веселый не видела. Давай заведем их внутрь. Пойдемте внутрь, им спать пора. Пойдемте в дом. Собачки, вы же знаете, как сон важен. Пойдемте. Что же у тебя сегодня с этой трубой были такие проблемы? Мы так и не смогли научить Мака ни одной игре. И этикету их тоже не научили. Пошли домой. Идем домой. Хочешь съесть вкусняшку? Пойдем, поедим вкусняшки. Нам уже пора домой кушать вкусняшки. Пойдем, пойдем, ты же хочешь вкусно покушать.